Резкий рост употребления психоактивных веществ переполошил осенью всю Россию и Чувашию в том числе. В стране так называемых спайсов пострадали более 800 человек, были и смертельные случаи. В нашей республике отравились 20 человек, в том числе и несовершеннолетние. Как предотвратить подобные ситуации, заставить молодежь отказаться от пагубной привычки? Эти вопросы постоянно обсуждаются на всех уровнях. В Волжском филиале МАДИ прошла всероссийская научно-практическая конференция по антинаркотической политике. Конечно, одними словами и собраниями предотвратить употребление наркотиков молодыми людьми практически невозможно. Но на подобных мероприятиях сами ребята и компетентные специалисты в этой области обращают внимание всех на пагубность этого явления. Ищут совместные пути решения. Мы выезжали, вот, допустим, на Торслёд, да, где проводились разные мероприятия на сплочение, на выявление лидеров, разные конкурсы, допустим, на объединение, и чтобы у студентов не оставалось, грубо говоря, времени на совершение различных глупостей, так скажем, чтобы они не связывались не с той компанией, чтобы они занимались спортом, чтобы они посещали творческие мероприятия. Наркотики – это не просто зло, угроза человечеству. Это уже целенаправленное истребление нации, отметил старший помощник прокурора республики Альберт Петров. Все чаще появляются новые виды наркотиков или же вещества, которые по закону даже причислить к этой категории невозможно. Но вред они наносят такой же, если не больший. Руководитель клуба «Историческая реконструкция» уверен, если направлять энергию ребенка в правильное русло с малых лет, то можно избежать пагубных привычек. Мы работаем как и с маленькими детьми с 6 лет, так и со взрослыми мужчинами. И имеем богатый опыт в подготовке, в занятиях с трудными подростками. И ни один из наших детей, подростков, участников нашего клуба ни разу не столкнулся с такой проблемой, как наркотики или наркотическая зависимость. У нас очень интересные занятия, которые полностью отрывают молодого человека от каких-то лишних и ненужных вредных привычек, которые встречаются в современном обществе. В нашем клубе мы занимаемся историческим фехтованием, верховой ездой, рыцарской подготовкой, стрельбой из лука, метанием копья, изучением древних ремесел, шьем костюмы, делаем доспехи. И каждому мальчишке очень интересно попробовать себя на прочность, попробовать какие-либо ремесла своими руками поделать. Проявить социальную активность в борьбе с наркоманией может и должен каждый. В Чувашии до 17 декабря продолжается акция «Сообщи, где торгуют смертью». Татьяна Трофимова, Расиль Мухаметов, Республика.